кто в шоу-биз попал, тот в цирке не смеется, а поет. Благотворительный концерт для малышни никого не оставил в стороне. Вот и мы такое пропустить не могли и отправили в главный цирк страны нашу Любу Антонову. Все лучшее по традиции детям. Уже четвертый год подряд в начале лета фонд «Северная корона» устраивает настоящий праздник для ребят из приютов. Не обходится это дело и без участия наших звезд. Группа Five Star Family появляется на столичном манеже в обновленном составе. Митя Фомин выводит с собой детский хор. Алсу, оставив маленьких дочек дома, радует юных зрителей своими вечными хитами. Я, конечно, деткам рассказываю с вами, что есть дети, у которых не все хорошо. Да? И, то есть мы должны поддерживать всех, нуждается в помощи. Вместить всех ребят, которым необходима поддержка, помещение цирка, конечно, не может. Чтобы попасть на праздник, дети стараются хорошо учиться в течение всего года. За это и получают награду. Приезжают лучшие. Для них это огромный стимул. Они получают пятерки, у них по поведению все в порядке. И какое же лето без чумовых каникул? Наверняка звездам нашего шоу-бизнеса есть что вспомнить и что рассказать. Ведь все мы были когда-то детьми. Я помню, что я ездила в детский лагерь, там всегда было очень весело, я оттуда так не хотелось уезжать. И каждый раз, когда я туда ездила, я уезжала со слезами, плакала. Как сейчас помню, когда мы с друзьями пошли на воинскую часть, выменили там трос от старого какого-то механизма, сделали из него тарзанку и потом на ней летали через костер. Летом всегда происходили какие-то конкурсы, я куда-то уезжал. Вот, яркий, ну, наверное, что-то с конкурсами связано, с какими-то большими экскурсиями. В моем детстве это всегда время, провожденное там с бабушкой, с дедушкой, с сестрами, с братьями. Выезжали на море, то есть это вообще было счастье неописуемое. Что ж, желаем всем детям незабываемого лета, ярких эмоций и кучи друзей. Любовь Антонова, Григорий Мачурский, про новости.